Привет, я сегодня хотела бы снять такое видео, как, ну, как бы обращение к вам, новость. Дело в том, что обзор на скетчбук часть 3 я планировала снять и выложить сегодня, но обнаружила, что там несколько рисунков, которые я уже нарисовала, немного недоделаны, то есть там нету того, там нету сего, там надо чуть подкрасить, там что-то исправить, и решила я отложить это видео на завтра, чтобы уже показать вам рисунки нормальные, красивые, законченные. Еще в том, что мне вот одна знакомая посоветовала заполнить скетчбук почти полностью и снять длинный обзор на все рисунки, чтобы не прерываться вот так на части, как это делаю я, на несколько рисунков. Но я делаю по частям все-таки, потому что мне удобнее снимать короткие видео, которые потом не надо будет соединять. И к тому же, думаю, минут 10-11 смотреть просто, как я показываю вам разные рисунки, думаю, не всем будет интересно. А лучше посмотреть короткое, примерно 2-3-минутное видео, максимум 5, а потом уже смотреть остальные рисунки. Я не знаю, может быть, вам нравятся длинные видео, но мне удобнее снимать короткие. Хочу извиниться в том, что видео выходит достаточно редко, потому что у меня сейчас нету времени это снимать. То я заполняю скетчбук, то занимаюсь делами, то пишу рассказы, которые надо заканчивать. Поэтому времени у меня снимать нормальные длинные видео нету. Иногда вот клипы, если у меня есть для этого материал. Но в основном материала нету, поэтому и видео нету. А на этом все. Всем до свидания. Пока. До завтра.